не присвежу. Салют, друзья! Это Дэнки, и сегодня мы выходим на небольшую двухдневную прогулку маршрутом Гаверла-Петрас. Как видите, немножко замело снежком, и поэтому сейчас придется испытать на прочность свое новое снаряжение. Выход планируется сейчас на Гаверлу и ночевка в Колыбе на перемычке. Снег идет довольно агрессивный, на улице тепло, в целом температура плюс 1 градус. Наш небольшой отряд, 3 человека, и сейчас попробуем испытать местные тропы. Так вот размеренно идем по зоне леса, плавно набирая высоту. Склон увеличивает свою крутизну, а тем временем уже несколько людей, путешествующих налегке, присоединились к нашей колонне. Как видите, вот такие вот разветвления постоянно хотят сбить с толку, но мы придерживаемся левой стороны и идем уже по тропинке, которую примерно за час до нас кто-то вытоптал. Наконец-то пейзаж немного сменился, и впервые вижу маркер маршрута. Вот небольшая беседочка, красивый лес, действительно то, что нужно. Вот в темноте в таком лесу, я думаю, особенно концептуально гулять. У едности сила народу, Боже нам едности дай. В единстве сила народа, Господи, дай нам единство. И в этой прекрасной беседочке с таким воодушевляющим религиозным постером сейчас можно выпить немножко чайку. Сказать крошечное причастие. Так, петляя среди деревьев в этом красивом снежном лесу, мы даже нагнали небольшую группу, которая поднимается налегке. Несмотря на, казалось бы, температуру минус 1 по прогнозу, вся куточка мокрая, вода стекает, все быстро тает. А группа не налегке, а с рюкзаками. Наконец-то из душных зарослей леса мы выходим на более-менее открытое пространство. Здесь уже можно видеть, какая дымка окутала горы. Мы постепенно собираемся выходить на перешеек. Вышли на такую вот небольшую полонинку. И этот пейзаж вызывает у меня удивительное чувство голода среди этой сахарной глазури. Виднятся верхушки карамельных сосен, которые манят своим коричневым запахом. Так и кажется, что сейчас где-нибудь выглянет избушка из сладости, как из одной из древних немецких сказок. Мы продолжаем понемногу рассекать снежные барханы. Пересекли плотину Гроппа. И вот уже за 2 часа преодолели 4 километра. Что, можно сказать, довольно неплохо для такой липкой снежной погоды. Еще и при этом довольно-таки сырой, так как все моментально тает на одежде. Отметим, что большинство людей, которые правильно поднимаются, это иностранцы. Говорящие, скорее всего, американцы. Что наталкивает на определенные мысли. Потому что лично я из солнечного Анкориджа просто так бы, например, не приезжал. А
в наши мелкие горы. Медленно продвигаемся по снежному полю, хотя камеры всех моих устройств для съемки потихоньку начинают запотевать. Можно пока еще снимать такие пейзажи. Колейка, как вы видите, вытоптана, несмотря на то, что снег не прекращается. Поток людей достаточный, чтобы была уверенная дорожка. Прошу обратить ваше внимание на высоту снега вне тропинки, около метра. Идти здесь самым первым очень-таки весело. Крутой подъем. Вокруг уже молоко. Набрали 760 метров всего от старта. Нужно немножко ускориться. Вот на таком снежном пространстве мы сейчас идем. Стремительно приближаемся к экопункту. Небольшому укреплению на траверсе Гаверлы. Я уже показывал его в своем видео. 50 километров от Зимбруневья свинья. Я останавливался там на ночь летом. Вот посмотрим, как оно выглядит зимой. Ветер превращается в песчаный ураган практически. Только вместо песчинок маленькие кусочки льда. Соответственно, весь склон представляет собой будто бы застывшее море с заостренными краями его ледяных волн. По маршруту проставлены вот такие столбики. Вылетело название из головы. Они даже при высоком снеге помогают указывать путь в таком непроглядном молоке. Легко заблудиться. Хотя, видимо, сейчас еще ничего. Бывает и значительно хуже. Оставив рюкзаки недалеко от указателя, начинаем подъем наверх к эко-хатынке. Решили не идти из-за снега. Вон она, где-то там крыша должна виднеться за склоном. Но объектив камеры уже немного замылен. Вокруг туман. И... поверьте мне на слово, она там есть. Так, вот тина, вот тебе вершина Гаверлы. Ни тебе чая по 50 гривен, ни кофе по 50 гривен, ни медалей за покорение Гаверлы по 240 гривен. Это где-то 5 евриков. Ничего, никакого сервиса. Спрос есть, предложения нет. Вот только замерзшая Стелла может порадовать своим видом. И все. Ну и пейзаж, конечно, очаровательный. Классика горного жанра. А ты не прячь сильно. Вот так. Мы здесь гуляем. Ну все, спасибо, Гаверла, спасибо, родная, что спустя 7 лет пустила здесь пофотачиться. Круто, мне нравится здесь. Вот так вернулись к нашим вещам. Поднялись мы отсюда за 40 минут легким прогулочным шагом и спустились за 10 минут, буквально съехав по снегу на ногах. Вот так, как обычно, GoPro залагал на самом интересном месте. Сейчас довольно напряженный участок. Идем в снегоступах. Первый тропит, остальные за ним.
Обходим лавиноопасное место. Да, идти стало попроще, мы вышли из жерепа. Там прям проваливаешься в целый куст, в целое дерево под тобой. И мы вот так идем, вот так выглядит лес полностью засыпанный снегом. Где-то там внизу уже перемычка. Но не буду отвлекаться от главного. Мы уже вышли на дорожку, по которой обычно ходят летом. А вот и притулок, перемычка. Буквально несколько шагов до нашего ночлега. В принципе, от Казмещика с заходом на Говерлу мы добрались сюда за 6,5 часов. Пройдено 1,5 километра. Посмотрим, насколько гостеприимное это место. Вот Сергей принялся откапывать вход в шелтер. А здесь еще несколько построек. Осмотрим наше пристанище. Мы уже немного разложились, поели. Здесь такая комнатушка. И уже можно, так сказать, свободно прогуляться. Здесь на первом этаже различные карты, стенды экологичные, несколько таких лавок, столы. В общем, все добротно, окна в большом количестве, достаточно привлекательно. Мы расположились на втором этаже. На втором этаже у нас тоже есть столы, лавки, на которых можно разместиться. Ну, такое просторное помещение. Даже если слишком сильно стараться и походить кругами, вот здесь у окна ловит мобильный сигнал. Небывалая роскошь в этих местах. Второй день нашего путешествия. Утро. Выходим из теплой Колыбы, чтобы пройтись свежим, бодрым, морозным утром. Какой-то другой Колыбе ночевал? В плане? В теплой, говоришь? Ну, я думаю, в палатке было бы бодрее, так скажем. Вокруг такая красота. Небольшая пауза, чтобы снять теплую одежду и немножко сбросить температуру. Ну а мы тем временем идем по глубокому рыхлому снегу, площади меняясь и протаптывая впереди небольшую дорожку. Без снегоступов это было бы совсем трудно. Фотопоинт, усогнувшийся сосны. А вот и первый признак того, что мы идем правильно. Указатель полунина Скопеська. Вот, конечно, такая цельная белизна. Даже непонятно, что происходит. Где земля, где небо. В принципе, мы идем со скоростью 1,3 километра в час в снегоступах, что очень даже неплохо, мне кажется. Ну что, друзья, вот так мы идем, прогуливаемся, сменяя друг друга. Каждый, который идет впереди, считает 300 шагов и протаскивает дорожку, чтобы другие отдыхали в это время. Вот так и идем. Ну и здесь, так как пейзаж абсолютно бледный, ничего не видно, вот вам ориентир.
вот этот вот так называемый, назовем это чайным домиком перед Петросом. Кто здесь бывал, его узнает. Ну а так, в этом молочном облаке ничего не разглядеть. То есть сейчас мы будем уже спускаться в Лозащины. Приятно, когда ты оказываешься в лесу, а ты идешь через ледяную пустошь, теряется ориентация в пространстве, начинается совсем другое мироощущение. Здесь же, когда есть деревья, все, среда возвращается в более привычную нам норму. Видишь, деревья, они возвышаются от своих корней в небо, и ты понимаешь, что происходит, как с этим работать, как работать с этим пространством. Очень примечательно, как в белой такой мгле ярко видны краски. Самый насыщенный оранжевый цвет, который я видел, как мне сейчас кажется. Ну, а мы тем временем по GPS-треку пытаемся выйти на основную тропу, на автомобильную дорогу, чтобы начинать уже кардинальный спуск к людским поселениям. Естественно, мы планировали изначально подъем на Петрос, но снег и погода создают очень лавиноопасную ситуацию, поэтому в целях собственной сохранности мы решили от этого восхождения отказаться. Немножко видимость стала лучше, и уже вдали виден конус какой-то маленькой горы. А вот еще какая-то прям тропинка, уже натоптанная. Тропа здесь так хорошо утоптана, очевидно, потому что она часто используется для подъема от Казмещика на Петрос. Аналогично тому, как мы легко, без проблем вчера поднялись на Говерлу. Хорошо утоптанной дорожке. Полностью погрузились в лес и идем между уже достаточно густых насаждений. Сняли снегоступы, потому что в них тяжело спускаться. И одели кошки. Не то чтобы тут был какой-то сильный лед, но склон довольно такой крутой. И просто в ботинках было бы скользковато. Уже наконец-то в лесу периодически можно увидеть перепуганных птиц, которые взмывают влево-вправо. Но, к сожалению, успеть кого-нибудь из них снять довольно сложно. Около часа нам спускаться до Колыбы, где мы сделаем паузу и, возможно, оттуда будет ждать нас трансфер. На спуске такая полнинка достаточно объемная. Уже встретили небольшую группу людей, которые поднимаются на Петрос. Интересно, решатся ли они на подъем. Пока я смотрел себе под ноги и тихо перебирал метры, передо мной вырос буквально какой-то княжий терем. Действительно, чей-то большой, роскошный дом. Ну вот, после одной из очаровательных Колыб мы ворвались в уютную буханочку. Даже не помню, как марка этого автомобиля называется. Никогда, кроме как буханка, я не слышал, чтобы ее туда называл. Вот. Ну и здесь по идеальным практически-альпийским дорогам Карпат мы едем уже в отель. Там и встретимся. Итак, завершаем наш небольшой выход в одном из гестхаусов в Ясенях. За два дня пройдено немногим более 28 километров. Поднялись на Говерлу. К Петросу все-таки решили не подступаться. Спустились, просушили вещи. Ну и сейчас будем уже собираться домой. Ну,
ходите в горы, наслаждайтесь Карпатами. Спасибо, удачи!